Привет! Сегодня 15 мая 2016 года, Днепропетровск. Мы находимся на улице Нижнедепровская 1, это Агросоюз. Сегодня здесь проходит выставка собак. Это стадион Днепровский. Выставка собак. Да. Свои, да. На видео. Что? Так, это за маму запрятано. Ой. Молодец. Молодец. Есть.
Говорите. Вот она. Это видео идет, говори. Представляем вам спонсора наших выставок, компании Йозеро. Немецкое качество, хорошие корма для любого питомца. От маленького до взрослого, даже на ребенка. Представляем вам спонсора нашей выставки, компания Фиакон. Впервые на рынке Украины средства для гигиены, чистоты в доме вашего питомца, дезинфекция дома и также обработка ран, царапин, порезов. Все для ваших любимцев. Просто весьма выражает благодарность компании «Сибирь», производителю кормов, чешского производства «Брит» и компании. Хорошее качество для ваших любимцев. Поехали. А говорить что-то, да? Мы выражаем компанию. Благодарность за предоставление на нашу выставку кормов производства Protection Rebalsis. Да, производство. Высокое качество натуральных продуктов для ваших питомцев. Большое спасибо, что вы добиваете наши продукты. Спасибо большое. Всем хорошего дня. Подходите, будем со всеми рады познакомиться. Клуб «Талисман» благодарит за спонсорскую помощь компании «Четыре лапы», один из старейших продаж кормов на Украине. Доставка по Петровской области бесплатна. Хорошая корма для ваших питомцев. 4 лапа. Надвигается ливень. Светлана. Тамара Юрьевна, сегодня опять вы проводите выставку ежегодную. А чем эта выставка отличается, например, от предыдущих? Или все так же, по накатанной? В этот раз нам доверили первый раз международную выставку. То есть на этой выставке каждая собака может получить титул кандидат международного чемпиона красоты. Поэтому мы очень ответственно подходили к решению данного вопроса проведения этой выставки. Я думаю, что у нас получится. Спасибо. Танюша, как у вас проходит выставка? Отлично, у нас проходит выставка. Все в порядке? Все в порядке, дождик у нас. Хорошо. Что это за порода? Ирландский волкодав. Смотрите вот. Один в городе. Какой большой. Есть.